В завершении нашей программы «Новости спорта» мы расскажем о футболе. Команда «Нива» Славянского района на краевых соревнованиях на Кубок губернатора первенства Краснодарского края по футболу 2022 года среди команд муниципальных образований выступила хорошо, дошла до стыковых игр. Из 40 команд краевого первенства она вошла в число лучших и была в шаге от финала. Ей предстояло сыграть с сильным соперником – командой «Олимбиолог» из Новокубанского района. В первом тайме на стадионе «Виктория» славянцы явно владели территориальным преимуществом, чаще атаковали, создавали опасные ситуации у ворот соперников. На 25-й минуте игрок «Нивы» Данил Конда открыл счет. Новокубанцы заиграли более активно и сначала сравняли счет в конце первого тайма, а на 60-й минуте вышли вперед. Славянцы на 77-й минуте забили еще один гол с 11-метрового. В итоге ничья 2-2. Конечно, они очень старались победить в домашнем матче, но спортивная удача оказалась не на их стороне. По итогам двух игр «Нива» в финал не прошла. Однако в юношеском первенстве Краснодарского края по футболу славянцы стали победителями. В финале команда с ДЮСШ «Виктория» выиграла у сборной города-курорта Сочи со счетом 2-1. Убедительная и яркая победа юных футболистов. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».